покойный дедушка Погосян Арарат Меликович. В 43-м году ему исполнилось 18, и он ушел на фронт. Дедушка служил в танковой артиллерии, командовал взводом. Он участвовал в освобождении Курска, Керчи и других городов. На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. Им кто-то приносит букеты цветов, и вечный огонь зажигают. Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. А в вечном огне видел вспыхнувший танк, горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата. Но у братских могил нет заплаканных вдов. Сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?